Крошка Антошка ТВ представляет. Кому какая машина нужна? Давай выберем первую машинку. Чья же это машина? Пожарного? А может, грабителя? Или полицейского? Конечно! Полицейская машина для полицейского. Выбираем вторую машинку. Это цирковой фургон. Давай подумаем, кому нужен цирковой фургон? Водолазу? Механику? Или дрессировщику? Точно! Цирковой фургон с дрессированным львом нужен дрессировщику. Какая же машинка будет дальше? О, это грейдер! Грейдер – специальная машина для разравнивания земли. Чья это машина? Парикмахера? Космонавта? Или дорожного рабочего? Верно! Дорожному рабочему нужен грейдер. Следующая машинка. Дом на колесах. Кому нужен дом на колесах? Путешественнику? Пилоту? Или, может, шахтеру? Правильно! Дом на колесах нужен путешественнику. Дом на колесах еще называют автодомом. Какие еще машинки есть в нашей игре? Пикап. Кто же загрузил полный кузов пикапа своим снаряжением? Репортер? Рыбак? Учительница? Верно, это рыбак загрузил в пикап лодку, удочки и другие снасти для рыбалки. Выбираем последнюю машинку. Это лимузин. Кто ездит в лимузине? Повар? Гончар? Или бизнесмен? Конечно, бизнесмен. Лимузин – такая просторная машина, что иногда бизнесмен проводит встречи прямо в автомобиле. Давай посмотрим, кому мы сегодня помогли найти нужную машину. Рыбаку – пикап, дорожному рабочему – грейдер, бизнесмену – лимузин, дрессировщику – цирковой фургон, путешественнику – автодом и полицейскому – полицейский автомобиль. Мы – молодцы! Bye.